Всем привет! Вы на канале «Мужское хобби». И сегодня я хочу вам рассказать и провести с вами вместе эксперимент по поводу улучшения простого самогонного аппарата, доработки его. Те, кто смотрит мое видео, видели этот аппаратик простой, на котором я гоню дистилляты, джин делал. Обычный простой аппаратик с небольшим мини-дефлегматором. Он был сделан цельный, то есть я его уже сейчас доработал. Он был с крышкой куба, с кубом сразу, не разъемный. Мне стало интересно, можно ли из него сделать что-то более хорошее, более интересное, и я купил два клампа, два соединения кламповых. Нашел мастера, который мне его разрезал и приварил клампы. Также приобрел хомут и прокладочку для соединения. Тестировать я эту систему буду на обычном сахарном самогоне. Раньше я забивал сюда в царгу две мочалки, вот такие нержавеющие. И у меня на выходе максимальное укрепление, которое я мог получить, это было 88-90 градусов. Чаще всего 88-90 нужно было отбор сильно уменьшать. Я как бы не морочился, я говорю, я делал дистилляты, джины. Поэтому 88 градусов меня вполне устраивало. Для эксперимента я взял от другого аппарата царгу на 30 сантиметров. Она тоже забита сеткой. Три сетки там. И одну поставлю сюда в аппарат. Посмотрим, что получится. В конце видео расскажу, насколько лучше выходит самогон, сколько стоит такая доработка и стоит ли она вообще того. Так что приступаем к сборке и перегону спирта сырца. Проверим. Вот так выглядит аппарат в сборе. Царга. Сверху сам аппарат. Утеплено. Я не стал ставить 50-ю царгу, потому что у меня АОГВ труба не дает здесь поставить ее. Ну и в принципе даже с 30-й будет понятно, стоит ли эксперимент того, чтобы его делать, чтобы делать такую доработку. В общем-то, я буду перегонять. Процесс, я думаю, вам показывать не буду. Это все скучно и неинтересно. Так что делаем вторую перегонку сахарного спирта сырца. По итогам подключусь. Закончил я перегонку. Ну, что могу сказать по результатам? Управлять аппаратом стало проще. Отбор голов попроще, опять же, на нем стало делать. Выгнал самогон. Крепость его 92 градуса. Напомню, что раньше мой аппарат, вот этот простенький, он выдавал 88 на средней скорости, которая на нем возможна. То есть прирост в 4 градуса. Пахнет он, естественно, получше. Уже не чувствуется вот этот вот запах, меньше чувствуется, по крайней мере, сахарного самогона. То есть эксперимент я считаю достаточно удачным. Я думаю, что если бы у меня место позволило бы, и я взял бы 50-сантиметровую царгу, то результат был бы еще лучше. Градуса на 2, я думаю, еще подняли бы. Так что доработка хорошая. И по стоимости доработки давайте прикинем. То есть я прикупил два кламповых соединения. Они были по 150 рублей, то есть 300 рублей. У меня хомуты были, но если вы будете покупать, то хомуты по 150 рублей, то есть еще 300 рублей. Две прокладочки по 30 рублей. Царга у меня тоже была, но если ее покупать, я посмотрел, то есть цены грубо 700 рублей за 30-сантиметровую и в районе 1000 за 50-сантиметровую царгу. Это полторашка у меня, полтора дюйма.
И насадки они у меня тоже были, сетки. Посмотрел по цене, грубо говоря, вот на эту царгу в 300 рублей обходится. Вот прикидывайте по сумме. Я думаю, что оно того стоит. Не так это дорого получается, но результат порадовал меня. Просто бюджетно и интересно. Я думаю, также у кого аппараты с крышкой, из которых выходит просто трубка тонкая и дальше идут там на сухопарники, тоже можно применить такое же решение, то есть найти сварщика. А, я забыл совсем сказать, что за работу я отдал 500 рублей. То есть за то, что человек мне разрезал и приварил, это мне стоило 500 рублей. То есть если на тонкий аппарат поставить, на тонкую трубку убрать, поставить такую же систему сделать с клампом, я думаю, вы получите тоже более интересный аппарат с хорошим укреплением, с более и с хорошим разделением. Вот такой вот эксперимент получился. Если видео было интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях свои мысли по этому поводу. Дальше будет еще много чего интересного. Всем удачи!